Привет. Тебя жестко наебали, поэтому велосипедных трюков сегодня не будет. Они отменяются. Но зато будут трюки, которые мы будем проворачивать в твоей голове. Многие успешные дают советы, как стать таким же успешным, как они. Но вот тебе 180 лет, ты седовласый старик, а у тебя нихуя нет. Почему? Может быть, потому что ты не опрыскивал листочки на своем денежном дереве? Или, может быть, потому что, просыпаясь с рассветом солнца, ты не бил в гонг и не пел «Ом мани падме хум»? А может быть, ты недостаточно настойчиво стоял на гвоздях и нужно было стоять на цыпочках? А ответ гораздо проще, чем кажется. Пока разные персонажи учили тебя, какой рукой и как правильно дрочить свою жизнь, она прошла мимо. Поэтому никакое чужое понимание не приближает тебя к персональной истине, пока ты не научился жонглировать или играть на пианино. Потому что только твой личный персональный опыт приближает тебя к истине.